Юрій Вдовиченко та Катерина Алєксєєва. Одружені 22 роки. Виховують двоє діток. Пару об'єднала любов до хореографії. Доброго вам ранку. Доброго утра. 22 роки. Як взагалі знайомились люди тоді, коли ще не було інтернету? Этот вопрос, наверное, да, к больше относится к возрасту, то есть уже нам такой вопрос можно задать. По-разному, наверное, так же, как и сейчас. Я так думаю, что... Доводилось выходить на улицу, запитывать, так? Ну, в нашем случае на танцах. И, в принципе, я думаю, что этот способ и на сегодня актуален. То есть, приходя заниматься любимым там делом, да, хобби, можно найти свою вторую половинку. Ну, от ви коли познайомилися? Ви були ще юними, чи ви були дітьми, можливо? Як ви взагалі познайомилися? Чи ви були в одному дитячому колективі, а потім росли разом? На тот момент, когда мы познакомились, да, мне, наверное, уже было лет 17, ага. 16. Наверное, так, да. Вот. И вместе танцевали в одном коллективе, да. Да. Это ансамбль было... танца «Грация» нас, скажем так, свел, объединил, ну и, в общем-то, стал, наверное, той точкой, где мы нашли друг друга. Коли и як ви зрозуміли, що ви вже не просто партнери на одному танцювальному майданчику, так, а вже от хочете своє життя пов'язати один з одним? Достаточно довго ми просто танцювали. Потом... Чесно? Чесно. Позже, потом это прошло уже, наверное, года 3-4, если не больше, если вспомнить, по институту посчитать, какой курс, ну, до 2-3 года, вот так, 2-3 года танцевали, потом начались проявляться какие-то чувства. Не знаю, сердечко подсказало, да и все. А чи освічувались ви якось окремо, чи це було просто, ну... Зрозумій, я тебе кохаю, ти ж мене також кохаєш, ну давай якось будемо разом, чи як це? Як відбулося освічення? Нет какой-то такой отправной точки, есть вот какое-то плавное, постепенное перетекание там, одних отношений в другие отношения. Пожалуй, так. Як взагалі спільна справа об'єднує, чи навпаки іноді може й розсварити? Чи є між вами якась конкуренція, так? Якесь відчуття лідерства? Ви керівники, учасники, берете участь в постановках того чи іншого танцю, так, в одному і тому ж самому колективі. Як це все відбувається? Есть, наверное, творческая, просто творческие идеи. Не всегда однозначно, а скорее... Почти всегда нет единого мнения изначально, вот. Но тем не менее желание сделать что-то общее, интересное, то есть оно и помогает как-то в чем-то уступить, послушать второго, вот, вторую половинку и в итоге сделать так, чтобы было хорошо. Как в семье, так и в творчестве есть такие моменты, которые взгляд на одну и ту же один тот же вопрос, так? Ситуацию, да, он может быть разный, и зачастую он у нас разный. Просто есть основное понимание, что, решение, вот, решение вариант А, вариант Б, какой из этого будет лучше, какой из этого будет более приемлем для обоих. И вот какой-то компромисс, вот он и в целом есть общим решением. Пані Юрій, з огляду на вашу сторінку у Фейсбуці, ви часто освічуєтеся своїй дружині в тому, що ви її любите, так? От, зокрема, як зберегти оцей вогник у почуттях? Сьогодні, буквально сьогодні, да, прочитав на странице кого-то із друзів своїх, що любов – це соревнування, хто більше подарить друг другу радості. Неожиданно. Что делать, чтобы огонь не погас? Ну, это... Есть другое мнение, да? То есть одно мнение, что это соревнование, кто больше радости подарит, другое, что это постоянный труд. Постоянный труд над собой, постоянное... Ну, не соперничество нет, а... Уважение, понимание. Я знаю, как это вот
много-много всего. Так, дійсно, життя прожити, як кажуть, не поле перейти, так? Да. Власне, а розкажіть тим, хто лише планує створити свою сім'ю або на початковій стадії, власне, що це таке? Труд. Большой труд и огромное желание трудиться в этом направлении, потому что уступать, понимать... Не звертати увагу на дрібниці, так? Да. Хоча для іноді для мене, наприклад, дрібниця, для моєї коханої людини це зовсім не дрібниця, так? Да, в этом, наверное, и состоит понимание друг друга, желание услышать вторую половинку, понять. Наверное, как-то так. Як часто... Так, я вас не буду перебивати, поки у вас така пішла лінія. Ну да, последнее слово, вот это то, что я хотел бы добавить, что, наверное, основное – это понимание. Основное, наверное, это понимание. То есть начинать отношения и поддерживать отношения в атмосфере понимания. Да, это бывает достаточно сложно, потому что, ну, ты же вот так понимаешь, ну, почему не так? Ну, тем не менее, то есть главное хотеть понять. Наши друзья, которые нас знают, они замечают и говорят, что, ну, это и так и есть на самом деле, мы совершенно разные. Совершенно разные. По темпераменту, по характеру, по картинке мира, которую мы себе представляем. Но... Кто-то говорит, там, вы дополняете друг друга, так и должно быть. Кто-то говорит, что как так можно настолько скажи, противоположности навпаки притягиваете, так? Да. Як часто ви кажете один одному «я тебе люблю» і як часто робите один одному такі якісь дрібнички? Можливо, незвичайний подарунок. Мне Юра часто напоминает. Напоминает, потому что в ежедневной вот этой суете, естественно, с годами где-то, наверное, ты это делаешь реже. И вот тут, наверное, важно как-то иногда там друг друга напоминать. Помнишь? Напоминать, да, да, напоминать о том, что слов немного, но они важны. Я думаю, что в последнее время, это 10 лет, это старший сын, то больше мы уже такие слова говорим детям. У нас есть такие, дети называют, один кто-то заметил, да, один кто-то заметил, что обнимаемся, все, семейные обнимашки. Семейные обнимашки, сбегаемся на какую-то минутку вместе пообниматься, вместе сказать друг другу «я тебя люблю». Так, по поводу мелочей, которые друг другу там иногда дарим, ну, естественно, что на раннем этапе отношений это, на раннем этапе, на первых этапах отношений это было, наверное, чаще. Сейчас, да, реже хотелось бы как-то, надо бы. Вы мыете посуду? Да. Ну, бачите, це вже є та дрібничка, яку, мабуть, хотілося бачити кожній жінці кожен день, так? Да. Тобто в будь-якому разі потрібно, мабуть, не зациклюватись на певних речах, так? Угу. А більше дивитися на якісь ті чи інші дії. Ну, якщо такі мілочі, да, то... Тоді часто, так? Так, так, так. Я дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що знайшли вільний час і в це свято до нас прийшли. Переконана, що ми неодноразово ще почуємо про вашу пару, почуємо про досягнення вашого колективу. Дякую вам ще раз. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Юрій Вдовиченко та Катерина Алєксєєва. Вони одружені вже 22 роки, виховують двоє діток, і їх об'єднала любов до хореографії. Так, любов до танцю. Танцюйте завжди і з танцями, і дід по життю. Спасибо большое.